Михаил Плецковский «Какая бывает зима». Спросили однажды у слона, какая бывает зима? А что это такое? Удивился слон. Спросили однажды у северного оленя, может быть, ты ответишь, какая бывает зима? Зима бывает очень долгая, сказал олень. Она у меня на родине целый год длится, а когда год кончается, то зима начинается снова. Спросили однажды у красногрудого снегиря, а по-твоему, какая бывает зима? «Зима бывает трудно», – пропищал снегирь в ответ. «Хорошо, если не позабудут насыпать хлебных крошек в кормушки. А если позабудут, то как же их найдешь?» Спросили однажды у рыжей дворняшки. «Наверное, ты знаешь, какая бывает зима?» «Бррр, холодная!» – не задумываясь, пролаяла собака. «Хорошо еще, если конура есть. В ней погреться можно. Воф!» Спросили однажды у медведя. «А что ты думаешь, Топтыгин, какая бывает зима?» «А что про нее говорить-то?» – пробурчал медведь. «Ведь зима бывает короткая, тянется всего одну ночь. Заснешь в берлоге зимой, а проснешься, глядишь уже и весна». Спросили однажды у мальчишки. «Ну-ка скажи-ка ты, какая бывает зима?» «Зима бывает веселая!» – крикнул мальчишка. «Зимой все катаются на санках, на лыжах, на коньках, а еще играют снежки. Вот она какая бывает зима».